Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин, водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Госдума приняла во втором ключевом чтении законопроект, ужесточающий ответственность граждан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. С 1 июля 2015 года в случае аварии с одним погибшим пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. Если погибших двое и более, от 4 до 9 лет. Кроме того, уголовная ответственность вводится за сам факт нахождения под градусом повторно, то есть в течение года после первой поимки. Наказание – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет. Вдобавок, лишение прав на 3 года. Трасса 101. В начале 2015-го, ввиду сложной экономической ситуации, стоимость автомобильных шин российского производства может вырасти на 10-15%. Об этом сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов Михаил Блохин. Что касается покрышек, выпущенных за пределами нашей страны, например, таких марок, как Hankook, Kumho, Goodyear, Bridgestone, Gislavet и других, то они могут прибавить в цене сразу треть. Поэтому, считает Блохин, отечественная резина будет пользоваться большим спросом. Кстати, у кировских водителей отношение к ней двоякое. Качество великолепное. На метелице ездил 3 сезона. Ни одной претензии. Ни разу не ездила. Наверное, стоит попробовать. Ничего не могу сказать про русские, но лучше не ездить. Я не знаю, какая у меня резина. Стоимость обслуживания и ремонта машин в автосервисах и дилерских центрах с наступлением Нового года тоже увеличится, прогнозируют специалисты. Больше всего не повезет владельцам иномарок, так как запчасти для многих из них поставляются из-за рубежа. Впрочем, ряд комплектующих уже подорожал примерно на 10%. Новогодний корпоратив. Радость и веселье. Хорошее настроение было и у руководителя областного центра информационных технологий Олега Созинова. Однако потом... Когда я возглавил предприятие, принимал участие в праздновании Нового года. Я не употреблял спиртных напитков, имел некомфортное ощущение, связанное с тем, что по итогам замечательного праздника придется развозить своих коллег. Человек 5, наверное, было в машине. Но кто покрепче держался, значит, мне показали, где они живут, я их развез. И вот в салоне остался один коллега, и немножко у него было заикание. Я его спрашиваю, где вас высадить? Он... Я думаю, вот я попал, и спросить-то некого. Время 3 часа ночи, утра, вот. Ну вот долго я крутился, пытаясь утормошить, и смотрю его реакцию. А он рукой показывает на рюмочную. И я понял, что живет он именно здесь. Поэтому высадил, на следующий день узнал, уточнил, что он все-таки благополучно добрался и чувствует себя неплохо. На этом все. До завтра. Трасса 101.